Всем большой привет! С вами я уже, Аня, и я сегодня хочу вам показать максимально бюджетный вариант рыбного салата. Что вам потребуется? Две таких вот баночки сардины, 125 грамм в каждой баночке. Замариновали лучок, можно белый, можно красный, вообще не имеет никакого значения. И также 5 яиц, 5, потому что они очень маленькие, поэтому 5. А вы там смотрите на свое уже усмотрение. Смотря какие яйца. Если крупные, то в принципе 4 хватит. Если мелкие, то лучше взять 5 штучек. Также перец и соль. Сейчас я отвариваю яйца и показываю, что же мы делаем дальше. Так, масло с сардин я слила. И теперь нам нужно измельчить нашу рыбку любым удобным для вас способом. У меня это будет вилочка. Просто вот так вот измельчаем вообще. Спокойненько. Яйца уже практически сварились. Вот. До такого вот состояния измельчили рыбку. А сейчас будем нарезать яйца. Еще один момент. Яйца нужно охладить, поэтому сейчас я дождусь, пока яйца охладятся. А в это время я буду чистить картофель. Мы будем делать еще жареный картофель. Это будет у нас как гарнир к нашему такому вот салату. Как говорится, приходится выживать на одно пособие, придумываем вот такие вот себе ужины, не совсем полезные, но это действительно вкусно и не затратно. Также еще в этот салат можно добавлять рис. Это я точно знаю, я ела этот салат с вариантом с рисом. Это было тоже очень-очень вкусно. Поэтому любителям риса можно спокойно добавлять, в этот салат будет рис. Сейчас я буду выключать яйца, их охлаждать, нарезать, чистить картошечку и включаюсь. Картошечка жарится. Это самое основное забыла. Майонез. Можно обычный, мы берем вот такой вот. Креветочка, я думаю, для рыбки как раз самое оно будет сочетаться. Яйца нарезала я кубиком и отправляем яйца к нашей сардинке. Добавляем соль по вкусу. Рыба не соленая, поэтому Настя удивляется, сколько я посолила, нормально. Также перчик. И, конечно же, будем заправлять этим прекрасным соусом. Достаточно. Настя удивляется, удивляется. Потом будет есть еще как будет есть. И, конечно, все перемешиваем. Вот так вот. Некоторые делают еще вообще просто измельчают до состояния, я не знаю. Настя, ну что ты меня сбиваешь? Ничего. Я приходила, тебе мешала. В общем, до такого состояния, как намазка, что можно на хлеб. Ну да, да, просто намазывать и кушать. Как закуска, типа. Настя, что ты смеешься? Она смеется, но будет нормально. Все, хорошо перемешала. Возможно, да, на вид вы скажете, что-то он как-то не аппетитно выглядит. Но я вам скажу следующее. Он действительно вкусный. Вот тот, кто любит рыбку, куда ты пошла? Настя, давай пробуй. Людина ложка, это просто находка реально классная. Так, не отвлекаемся от темы. Тот, кто любит рыбу, он действительно оценит этот салат. Пусть он не презентабельно там как-то выглядит. Его охладить, он будет просто нереальным, вот честно. Бюджетно, вот у нас эта сардинка стоит 1 евро за баночку. Да, у нас так сейчас картошку помешает. Тут у меня картошечка. Все отлично. Бюджетно. На одно пособие живем. И нормально все. Так, 1 баночка, 1 евро, да? 2 евро. Майонеза вы видели.
ну, соуса не так уж и много надо. Да, яйца нужны. Ну что еще? Ну лук. Ну лук это вообще. Можно любой, и белый, и красный. Короче, это реально дешевый салат. Также я же говорю, добавляйте рис. Тот, кто любит рис, добавляйте рис, не бойтесь, это реально вкусно. Я не буду плохое вам советовать. Настя, давай, пробуй. Настя, давай, вот, вот эта вилка хорошая, давай. Что? Думала, ложечка, ну ладно. Не снимать тебя? Давай, mm-hmm. Ладно, все. Что, тебя какой-то заставили? Дай мне. Пересолила? Да? Чуть-чуть. Не так вкусно очень. Ого. Вкусный салат. Не, на самом деле очень вкусный салат. Все подходит. Лук. Можно было мне еще добавить уксуса больше. Ну ничего. Нет, вкусно. Вкусно, правда. Ну, немножко меньше переборщила там солью. Ну ничего страшного. Ну, в картошку могу не посмотреть. Влюбилась в кого-то? Признавайся своим подписчикам, в кого ты влюбилась. Боже мой. Они сейчас тебе напишут комментарии. Ты как уже за кадром комментатор. Да. Не, ну нормально, очень вкусно, да. Просто здесь фишка, типа, вот эти шпроты, хотела сказать. Сардины и яйца с луком. Это реально очень вкусно. Сочетается. Нормально, да, классно, скажи, очень да. Вкусно. Я вообще советую этот салат, он бюджетный, дома, для семьи. Это не говорится о том, что там для гостей, нет, это просто для семьи, кому, кто любит бюджетные варианты, пробуйте, экспериментируйте. Нет, да, попробуйте, вот, если вот любите это. Рыбу, попробуйте. Да, ну вот, жареная картошечка и ужин готов. Ребята, все, капец, у нас так холодно, я просто в шоке, открыла окно на проветривание. А просто, ну, дубак, по-другому не сказать. Очень холодно, похолодало. Значит, что, поужинали мы с Аней. Было очень вкусно, картошечка такая жареная, прижаренная. Селедочка хорошая, да, понравилась в этот раз. Ну, соус, конечно, не очень, но сама селедка была вкусная. И салат. Салат мы не доели, конечно, его очень много. И мы решили, что завтра... Когда придем с курсов, конечно же, сделаем какой-то обед, может, тоже картошечки отварим, ну, что-то придумаем, и будем доедать салат. Как-то так. Поубирали, значит, уже все, будем собираться, завтра курсы у нас начинаются, новая неделя, каникулы закончились, поэтому будем завтра вам рассказывать, как наши дни проходят, как проходят интеграционные курсы беженцев. А сегодня я хотела вам, кстати, ребята, высказать такую тему. В комментариях вы писали, многие писали, что вот, можно даже сказать, что я украла у какого-то канала рецепт, да, рецепт хачапури. Ребята, я вообще не понимаю, мне даже сейчас лень об этом говорить, потому что я реагирую на это. Ну, понимаете, мне вообще параллельно. Но если вы хотите меня услышать, то я вам скажу. Этот рецепт я, во-первых, увидела на странице в Инстаграме у Эктора. Это шеф-мастер Украины. Я думаю, кто смотрел программы, я не помню, на каком канале это уже было. СТБ, да. Там еще Самвел, вот этот, что блогер с Украины снимался. Но это было главное, это... Эктор. Да. И я листала ленту, я на него подписана была, и он выставил эту публикацию. Я посмотрела такая, думаю, показываю Аня. Аня, помнишь? То есть я еще должна оправдываться, я не понимаю, ну, зачем. Забудь ты об этом, что ты показываешь? Не, ну я отвечаю просто некоторым, вот и что все. Там Маша сказала, она в гугле взяла рецепт, а тут так вот. Пишет. Так послушайте внимательно, вот вы не знаете вообще сути, но любите вот придумывать всякий бред. Я посмотрела публикацию у Эктора, шеф-повар или шеф-мастер Украины. Дальше показала эту публикацию Ане, после чего я предложила зайти в Google и почитать некоторые рецепты. Который рецепт я увидела, это была, кстати, оценка 5 баллов за тот рецепт, который я готовила. Я подумала, что я буду готовить.
Да, я вбила в гугле, но прежде чем это делать, я посмотрела, просто наткнулась на публикацию в Инстаграме, поэтому я так захотела. А что у кого-то я зашла, ну, типа, ребята, ну, извините, это дикость, я не понимаю, почему вы так рассуждаете, не знаете сути, но вот любите размышлять как-то так, что я пошла... У нас рубрика длится на протяжении года, периодически мы снимаем периодически, рецепты. Да. Если, может, вы не знаете, может, не смотрели наши... И мукбанги, как мы делаем суши, как мы готовим, я не знаю, разные блюда мы там делали, я снимала много раз. А вот почему-то вы решили, что у кого-то там такое же, я взяла, пошла, украла на канале, я не понимаю. Мы такой канал... Я вам еще раз повторяю. То, что вы пишете, мне вообще безразлично. Я не воспринимаю, ну, не воспринимаю никак. Потому что ни грамма вы меня... Вот этого мужчины тоже. Да, да. Я не хочу выражаться много-много слов, не буду говорить. Но как-то на этом все. Поэтому, ребята, не пишите то, чего вы сначала не знаете, а потом утверждаете. Ну, выписывайте, как будто вы утверждаете, как будто вы видите, что я делаю, чем я делаю, занимаюсь целый день, где я беру рецепты и так дальше. Не пишите то, чего нет. Так что как-то так, ребята, все, я сейчас буду выключаться, идти купаться в душ и будем отдыхать, потому что завтра уже в 7 утра вставать, начинаются курсы, новая неделя, новые планы. Так что все, всем спасибо за это видео, спасибо, еще раз ставим лайк на канале. Да, всем пока.